У нас в городе проходит множество акций, посвященных бережному отношению к воде. Сегодня ряд мероприятий, посвященных воде, прошли в Клинской городской библиотеке. Сюда пришли ребята из гимназии номер 1 и профессионально-технического училища номер 3. Многие из них уже приобщились к этой акции. Один из наших учащихся, Горбатенко Максим, совместно с Булыгиным Сергеем, учащимся нашего техникума, сделали презентацию касаемой тематики именно по водным ресурсам нашего Клинского района и заняли призовое место. С каждым годом запасы пресной воды истощаются. Трудно представить, что бы стало с нашей планетой, если бы она исчезла. От загрязненной воды страдает все живое, поэтому воду, наше главное богатство, надо беречь. Во многих регионах нашего земного шара проблема водоснабжения пресной водой не решена до сих пор. Начиная от Африки, засушливых регионов, других районов земли, кончая нашим Крымом. Учащиеся с интересом слушали о природном источнике жизни, о том, как он приходит в дом, о его значении в жизни человека и окружающего мира. Воды везде очень много, она везде. Она вокруг нас, она под нами, она в нас. Я сегодня пришла в гости к ребятам для того, чтобы рассказать о, во-первых, водных объектах нашего Клинского района, вот об их ценности, об их значении для нашего района, потому что, вообще испокон веков считалось, что те местности, те районы, где имеются какие-то водные объекты, это богатые районы, потому что всегда и люди селились вокруг, рядом с реками, да, рядом с какими-то водоемами. Поэтому в этом плане нашему району, конечно, повезло. И дальше я бы хотела ребятам рассказать о водопотреблении и водоотведении в нашем районе. Во-первых, для того, чтобы было бережное отношение к воде, я хочу обязательно рассказать о том, что сколько людей работает над тем, чтобы в кранах у нас, в домах текла чистая, хорошая вода, для того, чтобы эта вода затем соответствующе очищалась и потом уже попадала в наши же водоемы. Не загрязненная вода, а уже та, которая соответствует санитарным и рыбохозяйственным нормам. Вот об этом я хотела с ними поговорить сегодня.